Популярный российский певец Кайметов в своем обновленном райдере требует 30 телохранителей для выступления в России. Такие данные приводят авторы телеграм-канала Шот. Отмечается, что 59-летний артист активно ездит по стране с гастролями, а в перерывах между этими выступлениями он охотно соглашается на корпоративы. К слову, принять участие в частном мероприятии исполнитель готов за гонорар в размере 1 миллиона рублей. Более того, Кайметов не откажется дать интервью в эфире радио в режиме онлайн, а вот видео и фотосъемку с ним придется согласовывать отдельно. Как бы там ни было, но в райдере певца главное внимание уделено вопросам его безопасности, поэтому на свои концерты он запрашивает довольно большое количество сотрудников службы охраны. И многое здесь зависит от места проведения мероприятия. К примеру, в рамках частной вечеринки Кайметов готов обойтись 2 телохранителями. Но если речь идет о выступлении на стадионе, то их число может возрасти до 30 человек. И такое количество охранников артисту нужно для того, чтобы скрыться от назойливых поклонниц. Кроме того, в райдер музыканта включены 3 литра различных соков, фрукты и овощи, сырная и мясная нарезки. Также исполнитель требует предоставить ему 1 автомобиль VIP-класса и микроавтобус для передвижения членов его команды.